Сегодня пятница, а значит, мы с вами идем на рынок. Давно мы с вами не ходили на рынок, поэтому покажу вам ассортимент на рынке в сентябре, ну и, конечно же, цены. На рынке рядом? Базар, да? Пятничный рынок в Алании начинает свою работу в четверг вечером, и находится он в самом центре города. С четверга вечера до вечера пятницы. И в описании ко всем своим видео о рынке я оставляю ссылки на все рынки Алани и на карту, где находятся все рынки. Поэтому смотрите и смотрите, какой рынок к вам ближайший, в какой день. И туда можете и приходить покупать свежие фрукты и овощи. А если рынка нет, то в каждом квартале всегда есть магазины, фруктовые, овощные магазины. Поэтому давайте сегодня посмотрим, что есть на рынке. Сегодня есть виноград и вот такой вот интересный фрукт, который называется хюнап. Это по вкусу напоминает яблоко. Хюнап. Хюнап, да. Есть виноград, 5 лир, яблоки. И груши. Вот эти груши, кстати, очень вкусные. Несмотря на то, что они зеленые и твердые, они очень-очень сладкие. Яблоки мелкие по 2 лиры, чуть крупнее по 3. И лимоны. Лимоны 5 лир. Вот это тоже очень сочные, хорошие лимоны. Конечно же, картофель и лук. Но нас интересует все самое яркое. Перчик, Айхан. Бу бибер нечин куланырлар. Хэм салча, хэм сгарапнычин. Вот этот перец, например, используют для того, чтобы делать пасту или жарить на гриле. Помидоры. Это у нас 4-4. Ну, а здесь тоже уже более такой простой огурец. Помидоры, крупные помидоры по 2,50. Вкусно пахнут. Прям с грядки. Вижу здесь баклажаны. Баклажаны тоже по 2 лиры. Айхан, сонная ладжакса. Что мы будем покупать? Знаю ладжас. Нектарин. Нектарин. Мусс. Бананы. Изюм. Виноград. Гетер. И все. В общем, друзья, мы пришли только за фруктами, потому что мы уезжаем на следующей неделе. На следующей неделе мы уезжаем, а точнее уже на это воскресенье. Мэраба. Поэтому, здравствуйте. Есть черный виноград, есть без косточек. Есть вот такой вот красный виноград и крупный зеленый виноград. И все по 5 лир. И вот такие вот крупные супер персики по 5 лир из Бурсы. Айхан очень любит у нас виноград. А? Виноград без косточек. Стоит всего 5 лир. Аланийские бананы. Аланийские бананы по 8 лир и вот такие вот мелкие по 7 лир. Вот такие вот мелкие фрукты 3 лиры, но они тоже очень груши, они тоже очень сладкие. И сливы, абрикосы по 5 лир. Вот такой вот мясистый, сочный сливы по 10. Яблоки. Вот такие вот совсем мелкие груши, тоже по 5 лир. И персики по 5. Также здесь есть Dragon Fruit, друзья. Вот такие вот огромные, крупные, по 30 лир. И чуть помельче, по 20 лир. И инжир. И клубника. Последняя клубника в этом сезоне свежая. 12 лир.
Идем дальше. Здесь у нас кабачки, огурцы, кабачки по 3 лиры, баклажаны по 1,50 лиры и огурцы по 2 лиры. Апельсины, друзья, я долго вам говорила, постоянно говорю о том, что апельсин нет, и вот уже первые апельсины. Это апельсины буени сезон, да, Инуи? Друзья, это апельсины. Вот эти вот апельсины, это летний сезон. А сейчас на деревьях апельсины поспевают вот таким вот образом, и вот это уже новый сезон. Видите, они еще зеленые. Поэтому... И вот такие вот зелененькие яблочки, тоже 4 лиры. Вот такие вот огромные-огромные яблоки по 3,50. Я всегда покупаю, друзья, вот такие вот яблоки. Они очень сочные и вкусные. Ну, конечно же, кукуруза. Без нее никуда. Кукуруза сейчас стоит 5 штук 10 лир. А чуть мельче кукуруза стоит 4 штуки 5 лир. Сейчас конец лета, и рынок очень яркий. Инжир, вот такой вот крупный синий инжир, 12 лир. Айхан здесь нашел шикарные нектарины по 7 лир. Очень мы тоже любим нектарины. Но много мы не берем, потому что уезжаем. Если вы любите семечки, то вот это самые вкусные семечки. Жарят их здесь же. И продают. Килограмм стоит 20 лир. Есть соленые и не соленые. И орехи на развес. Грецкие орехи, например, килограмм 35 лир. Есть чищенные, есть нечищенные. И семечки привозят вот в таких вот больших мешках. И орехи. Здесь уже чищенные орехи, инжир и различные сухофрукты и сладости. И если говорить об овощах, друзья, морковь 3 лиры, есть цветная капуста, брокколи, редиска и очень много зелени. Зелень стоит, пучок зелени 1,5 лиры, укроп, рока, мята, в общем, капуста. И вот такая вот капуста, красная и белая, белокочанная капуста. Пишите в комментариях, что вы думаете о ценах. Мне кажется, конец сентября, середина сентября – это лучший сезон, потому что заканчивается лето. И зима еще не начинается, и есть все фрукты и овощи, которые вы можете только пожелать, потому что зимой, например, нет персиков, нектарин. А зимой зато есть цитрусовые, апельсины, из которых мы каждый день делаем апельсиновый сок свежевыжатый. Вот, например, дыня 2,50. И шиповник можно купить, свежий шиповник. Вот такая вот красота, друзья. Очень много винограда, разные виды винограда, все виды, которые вы можете себе представить. Помидоры, перец и тоже не новый свежий сезон, мандарины. Рынок достаточно большой, поэтому вы можете пройтись, присмотреться к ценам, выбрать, что вам нравится и что вам подходит по ценам, и потом уже покупать. И обязательно берите с собой турецкие лиры, потому что вот буквально только что увидела русских, которые пытались купить за рубли. За рубли не продают. Продают только за лиры. Здесь масло, колбасы, оливки. Подробный обзор мы делали в прошлый раз.
И что самое хорошее, так это то, что стали поспевать авокадо. Мы уже стали покупать авокадо и делать из них вкусные соусы и пасты. Ну и семечки. Опять же, здесь большое количество семечек. И вот таких вот суджуков с разными вкусами, с грецкими орехами. Кстати, я постоянно вижу вот эти вот все суджуки, но я пробовала только с гранатом и обычный с виноградным, из виноградного сока. Поэтому пишите, какой вы пробовали и какой вам больше всего понравился. Также здесь продают различные специи. Киви продают, кстати, постоянно на рынке, потому что киви растут в Алании тоже. Есть по 3 лиры, по 8 лир и по 6. Ну, по 8 лир самые сочные и вкусные. И также продают шампиньоны 10 лир килограмм. И вот такие вот интересные грибы. Айхан один раз покупал вот эти грибы. Айхан, буна собир. Вот такие вот грибы мы покупали и жарили их на гриле. Они были очень-очень вкусные. На гриле просто шикарные. Просто пальчики оближешь. Как я уже говорила, каждый сезон отличается наличием определенных фруктов и овощей на рынке. Ну и, конечно же, цены зависят от сезонности. Но, как я вам уже сказала, самое лучшее время – это сейчас, потому что есть все, что можно пожелать, кроме свежих апельсин. Поэтому приходите сами на рынок, смотрите в описании к видео ссылки на все рынки, покупайте, что любите, ну и, конечно же, объедайтесь вот этой вот вкуснятиной. По-другому назвать я никак не могу. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Мы показали вам все цены, которые только возможно, поэтому приезжайте в Аланию, наслаждайтесь морем, солнцем, хорошей погодой, свежим воздухом, ну и, конечно же, вкусными фруктами и овощами. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Да, не забывайте про наш Инстаграм. Там всегда очень много всего интересного и полезного. Всем пока-пока.